день, это Леня, я его мама. Мы долго искали стоматологическую клинику, потому что у нас есть довольно сложный опыт, связанный с лечением. У нас зимой была операция на кишечнике, и Леня имеет очень негативный опыт общения с врачами. Это был первый его опыт такой буквально. У нас после того лечения испортились зубы очень много, буквально половину зубов необходимо было лечить. Мы долго искали клинику. Сначала ездили в обычную стоматологию, мы поняли, что мы просто не сможем там лечить, потому что его прошлый опыт не дает ему возможности даже сесть в кресло, показать зубы врачу и сделать, конечно, ничего невозможно. Поэтому мы искали клинику там, где будет комфортно. Нам в детском саду родители сказали, мы сюда приехали на первый осмотр. Здесь все в довольно доброжелательной обстановке. Есть аниматоры, врачи адаптируют детей для осмотра. Леня дал возможность сделать снимок зубов, чтобы было понятно, какой у нас действительно объем работы. Объем работы был большой, огромный, и стало понятно, что вылечить просто так в длительном периоде нам невозможно, потому что зубы начали болеть, надо лечить было срочно, тем более нам летом ехать в отпуск, до отпуска нужно было вылечить. Поэтому мы приняли решение лечить во сне. Доктор Дмитрий Сергеевич Киселев посмотрел, все подробно рассказал, какая это процедура, опасно, не опасно. Мы все, в общем-то, были подготовлены, понимали, что мы делаем. Нам дали программу лечения, что очень важно. Там было написано все зубы, что с каждым зубом предстоит сделать, сколько это будет стоить. Мы видели действительно стоимость и понимали, могли соотнести наши возможности с тем, что нам предстоит. Когда мы приехали на лечение, Леня не боялся, потому что здесь, в общем-то, все происходит в такой доброжелательной обстановке. Мы пришли в комнату для лечения во сне, ему там сделали маску, он уснул, и процедура лечения была уже во сне, он спал и ничего не помнил. После лечения есть специальная комната, где он отдохнул, доспал, восстановился. Я его ждала уже в этой комнате. Он проснулся и, в общем-то, ничего не помнит. Для меня это очень удобно. Что очень важно, что в процессе лечения во сне мы получили консультацию анестезиолога. Он до этого нам звонил, все подробно объяснил. Была возможность, у нас был специальный менеджер персональный, Анна, которая нас сопровождала в процессе подготовки к лечению и в момент лечения. Она давала какие-то, если у меня возникали вопросы, я могла к ней обратиться. Она показывала через камеру комнату, где происходит лечение, я могла убедиться, что все в порядке. Вот. В общем-то, мы очень довольны результатом. Через неделю после лечения осмотр того, как все прошло, действительно успешно там, ну, мы видим, что успешно и что все хорошо. Поэтому замечательно, всем рекомендуем. Спасибо большое врачам этой клиники. И спасибо.